У нас сегодня в гостях такая девчуля красивая. А как тебя зовут? Арина. Ариночка. Ты когда-нибудь носила парики? Ну, разве что стыдно, я так такие есть, никогда не носила. То есть, к натуральным это будет твой первый паричок, да? Да. А ты представляешь, мы еще будем его клеить. Тогда можно будет его носить, можно бегать, в нем плавать, и он не слетит. Life will make it happen, take away the pain. He was just a young boy, hoping for the same. But he didn't notice, oh man, what a shame. Am I just wasting? Am I just wasting time? Am I just waiting for you to open your eyes? 3, 2, 1, I'm ready for it, ready for it. 3, 2, 1, you don't need a gun to shoot me. 3, 2, 1, I'm ready for it, ready for it. 3, 2, 1, you don't need a gun. Как тебе волосы? Ну, потрогай, на ощупь, как они тебе? Они вот такие вот приятные, ну, чем-то похожи, вот, когда чуть-чуть похожи на, вот, как открыл куклу, и вот только ее волосы потрогал первый раз. Можешь головой расшевелить, танцевать можешь? Танцевать можно. Ого, а ну-ка. Можно очень-очень и не очень сложно. Он вообще сидит, как будто влитый. А плавать любишь? Плавать обожаю. А ты представляешь, даже с такими волосами можно плавать, как русалка будешь.